Готовим салат из джусая. Ждем, когда закипит джусай. Раскаляем масло. В масле будем обжаривать лучок чуть-чуть и заправлять салат. Закипел. Несколько минут буквально покипятили. Сливаем воду. Бросаем чесночок. И перчик. Обжариваем. Обжарили. Добавляем лучок. Идет шикарный аромат. Заправляем наш джусай. И добавляем соевый соус. Перемешиваем. Сейчас настоится. Желательно на ночь поставить в холодильник. Еще подсолим немножко. Получается изумительный салат из джусая. Он мягонький, нежный. Запаха нет после него изо рта. Очень вкусный салат. Добавляем щепотку сахара и капельку бальзамического уксуса. Ой, ну он у нас не крепкий. То, что надо будет.